Собрание акционеров машинопроизводственного объединения «Орион» выбрало нового председателя правления. При помощи силовых группировок в камуфляжной форме заседание пытался сорвать бывший директор завода Николай Кущак, который на сегодняшний день проходит обвиняемым по уголовному делу по факту хищения заводского имущества. Акционерам в присутствии представителей фонда госимущества все-таки удалось выбрать нового исполняющего обязанности председателя правления. На сегодняшний день сборы разрешили вопрос об окончательном снятии Кущака с должности председателя правления, но в силу нашего законодательства назначить руководителем непосредственно на постоянной основе будет возможно лишь после того, как фондом госимущества будет проведен непосредственный конкурс. Сама организация собрания на стадии подготовки этого собрания и на стадии проведения собрания были полностью соблюдены все нормы законодательства Украины. Новоназначенный легитимный председатель правления Владимир Барабанов уже заявил о своей готовности сделать более привлекательным завод для инвесторов. Состояние очень ужасное предприятие. И нужно сейчас будет просто садиться, засучив рукава, подбирать команду и вытаскивать данное предприятие из этого болота, которое десятилетиям оно там было. В этом году машинопроизводственное объединение «Орион» выставлено государством на приватизацию. За последние десятилетия у предприятия выросли миллионные долги. Новое руководство намерено системно решать эту проблему. Павел Репин, Алексей Мураховский, Думская ТВ.